На мой взгляд, выборы 8 сентября будут реально высококонкурентными. Каких-то серьезных административных ограничений не будет. И борьба будет достаточно жесткая. И политическая, и идеологическая, и организационная. Не думаю, что Кремль будет существенно вмешиваться в ход кампании. Ну, кроме, конечно, поддержки правящей партии, но поддержки не административным ресурсом, а, так сказать, с помощью ее, собственно, укрепления, с помощью там, мобилизации информационных ресурсов, медийных, технологических, одним словом, всего того, что допускается законодательством и общей логикой влияния любой власти на судьбу и на электоральный результат любой правящей партии. Я при этом думаю, что результаты оппозиционных партий в целом ряде регионов могут быть достаточно успешными. Хотя не думаю, что угроза прихода к власти оппозиционных политиков реальна, кроме одного-двух пунктов, ну там, одного какого-нибудь крупного, кроме... Я не думаю, что реально при этом перспектива прихода к власти в регионах крупных политиков, ну, может быть, еще крупных политиков, то оппозиционных.